Привет, дорогие друзья, с вами как обычно я, Паша, и вы находитесь на моем канале. И сегодня мы с вами будем в очередной раз играть в игру под названием War Thunder. Уж даже не помню, когда было последнее видео, возможно, оно было недавно, но сам я записывал эту игру очень давно. Тут с того момента, как бы я себе завел новый аккаунт уже какой, я не знаю. И его я не стал забрасывать, а прокачал неплохо так. Смотрите, у меня уже есть 34-ка на 5.0. И ПТ-76Б тоже на 5.0. Сейчас вот качал КВ-85. Качал чуть-чуть зенитки. Ну, короче, всякое такое. Просто сегодня будем играть с вами, ничего необычного. Убавил чуть-чуть звука, а то слишком как-то громко было. Может, для вас и нет, но у меня очень громко было. Так вот, что я хотел сказать. А сегодня просто поиграем. И все, в принципе. Просто попытаемся как-то затащить, понагибать каких-нибудь жестких чувачков. Вот планирую, кстати, после того, как исследую КВ-85, качать ветку СУ-152, потому что, ну, как бы, СУ-152 это вообще же имба. Ну, не, ладно, это не прям, чтоб имба. Хотя давайте сейчас это прямо сейчас и сделаем, все, СУ-76М. Потому что КВ-85 мне не особо нужен, типа, это считает Т-34 просто с лучшей броней. Ну и все. Давайте для разминки не будем в аркаду заходить, сразу же в реалистичные. Так, тут у нас получается ПТ-76Б 5.3. Тогда давайте поменяем на КВ-1.5. Где он? Вот КВ-1.5. Выбрать экипаж. И вместо 34-ки посадим кого? КВ-1С, по-моему, я брал, да. Все, теперь у нас такой идеальный сетапчик под 4.3. Вот танк КВ-1, АСУ-57. Потом, если хватит, возьмем самолет. Потом, если будет самолет, возьмем зенитку. Ну, на крайний случай, кваса. Все отлично, все банально, все просто, поэтому без лишних слов начинаем. Ну да, по карте, конечно, не очень повезло. Едем мы с вами, конечно же, на А в город, потому что нам на поле делать нечего, на КВ-1. Уже что-то взрывается, она запустила под начало катки. Выезжаем. Чем хорош КВ-1 здесь 5? Тем, что это как бы танк с очень хорошей броней на 4.3, который в лоб пробивают далеко не все. Ну, если мы попадаемся вот образно против вот американцев, немцев. Американцы 4.0 это Шерманы, ну и М6 иногда попадается. Шерманы вообще нас никуда не пробивают, в борта, но очень редко. Ну, в попу и в лоб это понятно, что нет. И пушка здесь 5 тоже. Это очень хорошая пушка, на которой мы всех пробиваем. Хоть пробитие у нас 87 мм, но этого, поверьте, уж мне хватает, чтобы пробивать всяких там немецких пум, американских там шерманов. И, кстати, уже, походу, тут Т-34 кого-то заметил. А, он просто повалил дерево. Вот такой вот у меня КВ-1 здесь 5, боевая подруга. Будем пытаться заимбовать. Если так смотреть, то нас закинуло даже к 4.0. То есть вот КВ-1С, это вообще 3.3. 3.7, 3.7. Ну, можно сказать, нам повезло. Если у нас в семье такие же пацаны, то и у них тоже, естественно. Так, уже зону А захватывают. Дайте угадаю, это пума. Потому что, ну, типа, я не знаю больше танков, которые могут вот за такое время заехать на точку и уже захватить. Это по-любому пума. Против нас, тем более, эти немцы. Поэтому это точно пума. Ну, пума нам ничего особо не сделает, хотя нет. Пума это жесткий противник. Как бы 2.7 у нее рейтинг, если я не ошибаюсь. Но она очень довольно-таки жесткая для своего рейтинга. Вы не думаете, что я какая-то там крыса или какой-то сыкун? Не, я просто объеду, чтобы меня никто не видел, и буду просто всех вырезать. Там арт-удар кто-то уже пустил. Тут еще надо прислушиваться к звуку двигателя, но этого я делать не умею. Поэтому мы будем без этого играть. Немецкая 34-ка. Стреляйте 34-ком под башню. Они туда лопаются, как не знаю кто.
Мой вам совет, стреляйте под башню, реально, 34-ку. Так, отлично, первую мы с вами заимбовали, сейчас будем имбовать других. Давайте прям так встанем и будем захватывать зону А. Чем мы? Да, кстати, тут по точкам мы вообще дико проигрываем. Вот мы абсолютно проигрываем. Потому что они забрали себе Б и С. Вот только разве что А мы забираем, это уже хорошо. Отлично, зона захвачена. Кто-то уже на самолете летает. Ну, слава богу, наш. Потому что самолеты с бомбами, это, конечно, такие еще. Такие еще. Как сказать? Неприятные оппоненты. Блин, я не знаю, что делать. Как бы на точку Б ехать, ну такой себе вариант. Ну, хотя, ладно, давайте поедем. Поедем на Б. Нас могут, правда, в борт вшатать, потому что, как бы, там их респаун. Давайте так поедем. Опа, кажется, я видел чей-то выстрел. Но чей я не вижу. Пока что. Там, думаю, на зоне Б хватает людей. Опа, кажется, я вижу чей выстрел. Ну, к сожалению, он не умер, потому что... А-а-а, Юнкерс. Ну, без шансов. Кстати, Юнкерс довольно опасный противник. Он у меня на одном моем аккаунте немецком есть. Не, ладно. Отрицать не буду, выстрел плохой был. Меня кто-то в борт стреляет. Откуда, кто и вообще, зачем? Я не вижу. Да что, черт подери, происходит? А, по ВКВ. Обожаю. А, так она из-за холма стреляла. Ну, конечно, как бы я ее увидел. Ну, ладно, очков у нас хватает, поэтому давайте сейчас налетим на них сверху, на Як-4. Ну, как бы, возможно, я с кем-то и согласен, что, типа, под сетап 4-3 брать самолет на 2-0 ТТК сей идея. Но вы посмотрите, как бы передо мной летит ББ-1 на 1,7 или на 1,3 вообще. Поэтому тут, в принципе, ничего страшного. Чел с аэродрома зачем-то взлетает. Так, ну, в принципе-то мы знаем расположение уже хотя бы одного танка. Кстати, у нас там БФ-109 летает вражеский, поэтому нам хана. Ну, как бы, вот этим пулеметиком отбиться, ну, вообще нереально. Ну, и курсовым тоже особо. Один пулеметик, это он такой себе. Поэтому мы так аккуратненько пролетим, скинем бомбу, не привлекая к себе внимания, да? Где мы умерли? Давайте смотреть. Вот, мы умерли здесь, а значит, танки где-то там. Вражеские. Нет, я пока никого не вижу. Давайте в городе посмотрим. Опа, вижу Шермана. Ну, не будем кидать. Слышу звук БФ-109. Налетался, блин. А это уже БФ-109. Не на 2.0. Брать ли зенитку, я не знаю. Ну, на ней можно быстро приехать, точку захватить. Да еще давайте попробуем этого БФ-109 сбить. Так, ты где летаешь? Подлюка, покажись, я тебя сразу распилю. Ну или оно меня распилит, если меня увидит, потому что, ну тут как бы без шансов. У меня не сидят просто, как не знаю кто. На расхват, как говорится. Просто одной пульки достаточно, БФ-109, чтобы он меня распилил просто. Испопилил, распилил и упил. Где стрельба? Кто стреляет? Я за мир. Опа! Это вообще что? Занесло! Это кто?
А, это какой-то БФ-110? Отлично попал. Еще один. Это БФ-109 уже как раз. Блин, ну я ему хвост отрезал. Он далеко не... Он да, особо не пролетает долго. Я надеюсь. Она на меня заходит? Нет, не на меня заходит. Ну, слава богу. Она еще и бомбу скинула. О, она опять заходит на второй заход возле меня. Это БФ-110, кстати, я угадал. Да ё-моё. Зенитчик из меня так себе, сразу говорю. Ну, как бы, я так и знал, что этот БФ-109 на меня будут заходить. Ну как бы все. Я не поеду никуда. А где он? Я даже не... А я его все равно не вижу. Блин, может мне поможет кто-то потушиться, потому что мне кажется, если сейчас вот эти вот секундочки пройдут, то я умру. Ой. Вот это скорость. Добей меня, Джонни, чтобы я не мучился. Танк сгорел. Блин, ну а что мне делать с этим БФ-109? Ну реально. Что мне брать? АСУ-57 давайте возьмем. Правда, она еще открытие, чем вот это, потому что там хотя бы в кабине сидят, а тут просто на воздухе. Зато эта штука, если как-то прилепить ее кустами, залепить, и она бы покрашена в белый, то вы ее никогда в жизни не обнаружите, потому что это та еще мелкая какаха. Так, ну, судя по биноклю, БФ-109 летит за ИСУ-85. И кажется, ему сейчас придется не сладко. Ну, я угадал. Это вот это вот, да? Нет, все, миссия провалена. Ну, зашибись. Ну, ладно, ребят, я считаю, что одного боя хватит. Сегодня мы, так сказать... Нет, я не скажу, что мы нормально поиграли. Я сделал один фраг, и все. Ну, я могу куда лучше, ребят, чтобы вы не думали... Ой. Чтобы вы не думали, что я какой-то нубасина, я могу лучше, да. Но, к сожалению, на записи у меня не получилось нормально сыграть. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте ему лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Напишите какой-нибудь позитивный, креативный комментарий. Или же отправьте это видео всем своим друзьям. Ну, а я желаю вам огромной удачи, ребята. И всем пока-пока.